Сегодня суббота. А суббота – это день Сатурна. День обращения к своему роду и к своим предкам. Где вы можете купить сладкий пирог и поставить его на алтарь рода. И налить молока. Зажечь свечу, не церковную. И обратиться к своему роду, чтобы он вам смог помочь. Делая такие вещи для своего рода, каждую субботу вы наполняете свой род силой, чтобы он вам смог помогать. Ведь сила очень нужна вашему роду. Наш род – это же наши корни. Ствол – это мы сами. А веточки и листики – это наши потомки. И вы понимаете, что корни питают все родовое древо. И если род у человека сильный, он будет давать ему силы, направлять его по жизни и помогать человеку во всем. В нашем магазине в Косом переулке есть замечательная свеча, которая поможет вам получить силу рода. В этой свече заключена очень мощная программа и сила. Эти свечи создавались в субботу, в день Сатурна. Эта свеча направлена на укрепление связи между вами с вашим родом, а также на получение сил от вашего рода и его укрепление. Это очень мощная проработка и усиление, которое сделает ваш род мощнее, сильнее и крепче. Дева, сжигая такую свечу, вы сможете обрести канал связи, по которому сможете обращаться к своим предкам напрямую за информацией и советом. Но самое главное в этой свече – это родовая сила. За счет этой свечи и ритуала, что приложен к ней, вы прокачаете силу всего своего рода и получите мощное подключение к родовому ресурсу. Обратившись к Сатурну и силе времени, вы сможете ощутить и простроить связи поколений со своей семьей, что позволит наладить отношения с родственниками, а также вы навсегда укрепите внутренние связи. За это ваш род будет очень вам благодарен. И на силе рода вы сможете получить деньги, любовь, здоровье. Запомните, без крепкого рода этим ресурсом к вам никогда не прийти.